Виктор Валеев, директор Ассоциации информационной технологии Украины, спикер первой панели, которая посвящена технологиям и инновациям в юридическом бизнесе. Вы знаете, меня удивило о том, что уже вопросы того, как улучшать юридический бизнес с помощью новой технологии, они уже просто витают в воздухе. И уже много есть докладчиков и интересных спикеров, которые рассказывают об этом и рассказывают с практическими кейсами и рекомендациями. Но реакция людей в зале на те или иные опросы о том, например, когда искусственный интеллект заменит половину юридических офисов, или какой процент людей достаточно увольнять в юридической компании, если они не вписываются в ее цифровую стратегию, это действительно нужно было видеть, поэтому приходите на подобные конференции, узнавайте ключевые, новые и совершенно критически важные для вашего бизнеса вещи.